И вот так каждое утро. Утро начинается с уборки двора. Доброе утро. И вот пока я на улице, хотела вам показать. Очень много было вопросов насчет вот этого дерева. Унаба. Или зизифус. Ну, скорее унаб. Вот посмотрите, если у кого-то есть такое дерево, мне тоже напишите. Мне будет очень интересно. Вот посмотрите, когда он созревает, почему-то он у меня трескает. Вот так трескается. Но он сейчас такой сладкий, вы не представляете. Вот сейчас он начинает становиться вкуснее, слаще, а так как картошка. Вот видите, они все начинают почему-то трескаться. И вот вместе вот с такими ягодками, плодами, есть вот такие абсолютно зеленые-зеленые. И даже вот такие мелочь. Ну вот. Видите, как только начинает цвет меняться, почему-то появляется трещина. Я его очень хотела сделать из него сухофрукт, но просто я не знаю, вот такой с трещиной. Вот видите, одна сторона вот такая, и одна, и пополам вот тут же трескается, но сейчас они такие сладкие, вы не представляете, такие вкусные. Не знаю, кто любит, тот поймет. Ну вот, посмотрите, видите? И они вот поспевают совсем не одинаково. Вот видите, здесь есть, которые начали уже менять цвет. А половина дерева, больше половины, все еще зеленая. Их сразу не соберешь. А вот собирать по каким-то частям, вот, как-то неправильно. Ну вот, видите, вот так трескается все. Абсолютно. Интересно, с этим можно как-то бороться или нет. Они все, которые поспели, все трескают. Ну вот. Вот так. Так что я очень прошу, у кого есть такое дерево, кто знает, что можно сделать, чтобы не трескалось. Потому что я видела в продаже в овощных магазинах, они абсолютно не треснутые и целенькие плоды. Или же их надо собрать в зеленом состоянии, может быть, так правильно, и держать, чтобы они сами как бы поспеют. А вообще надо попробовать, я даже на эту тему вот только что мне в голову пришло. Но мне кажется, на дереве они же, наверное, как-то больше, да, вкуснее будут, то есть. Но плоды крепенькие, на дереве очень хорошо сидят, они не падают. Вот вы можете посмотреть внизу, вот у нас был очень сильный ветер вчера, они упали. Упали. Вот увидела несколько зелененьких маленьких. Вот так. Так что наше дерево, видите, вот это уже, по-моему, третий год, оно приносит нам плоды. В прошлом году было больше, в этом году не так усыпано. В прошлом году вообще, в этом году вот эта веточка, она прям вот так вся, ну, очень... много на ней именно, и она вот так склонилась вперед. Мы даже в один момент думали, при сильном ветре она может поломаться. Вот так. Так что жду ваших комментариев. Кто знает, прошу очень-очень напишите мне, как бороться с трещинами на плодах. А сегодня готовлю, посмотрите, какую красивую икру.
это просто бомбический вкус. Зелень разная. И кинза, и укроп, и петрушка, и базилик. О, как вкусно, запахи какие. Ну вот овощи, пока овощи есть, пользуйтесь моментом. Еще посыпем. Пусть будет как можно больше зелени. Вот полностью витаминное блюдо, пожалуйста. Почти все тушеное. Особо ничего не обжаривалось. Вот получилась такая красота. И вот посмотрите, какой салатик готовлю. Дети попросили столичный салат. Летний столичный салат включает в себя, вот у меня вот так, свежий огурчик, грудка куриная, у меня здесь картошка, морковка, горох, укроп. У меня этот раз я сделала маринованный лук. Я его положила сахарок, нарезала сахарок, положила, посолила, уксус налила и залила такой горячей, хорошо горячей водичкой, чтобы все это горечь и вот такой сильный вкус лука прошел. И здесь у меня вот наполовину сметана и сверху вот майонез. Обязательно я сметану добавляю, на чистом майонезе я не делаю салат. Так что осталось его только перемешать. Но вот салат со свежей картошкой это что-то. Так что это все как мыло картошка. Ничего, сейчас как следует ее раскроем. Я ее очень мелко нарезала. Так что сейчас буду ее как следует раздроблять. Вот так. Это более такой вариант легкий. Я хотела, конечно, яблочки добавить. Посмотрю, если они возмущаться не будут. У меня такие зеленые вкусные летние яблочки. Я очень люблю с ними салат столичный. Так что, если дети будут не против, я в конце их тоже добавлю. Ну вот давайте, кого-нибудь, если я вот так заразила, готовьте столичный салат летом. Ну, вот такой салатик у нас получился. Получился очень вкусным. Я вам очень советую попробовать вместо зеленого лука добавить хоть один раз маринованный лук репчатый. Ну, вот аромат от него совсем другой. И вкус абсолютно меняется. Вообще столичный салат, вот что ни положи, положишь говядину вместо курятины, совсем другой вкус. Ой, добавишь яблоко, вот у меня оно лежит, яблоко. Я вам советую, если вы, ну неплохо относитесь к яблокам, добавьте вот такое простое зеленое яблоко. Очень вкусный получается столичный салат. Я приготовила, вот в одну часть его я обязательно сейчас нарежу. Ну а вот здесь нету. Так что салата получилось немало. В одну из частей его я добавлю яблочко. Оно получается такой вот, кушайте, хрустящий, вкусный. Ну, в общем, очень вкусный салатик. Всем советую попробовать, приготовить. А еще я не добавляла яйца. Я не знаю почему, но вот этот раз я яйца не захотела добавить. Вот так. Ну, укроп это обязательно в столичном салате. Другую зелень я не понимаю в столичном. Вот. И, как сказала, добавьте яблоко и маринованный лук репчатый. Это вкусно. Вот такой красивый стол накрыла моя доченька. Вот видите, как хорошо иметь дочь, а и когда она дома. Вот такая у нас красота. И сейчас мы после того, что поработали как следует, сейчас мы отдохнем за чашкой кофейку. И холодный-холодный арбуз вам в ленту.